как на Дону. Тоже такие половые останцы часто встречаются по берегу. Что-то Волга какая синяя, прям как будто это море. Разнотравье на память. Конечно, пекло, но и запахи тоже усилены жарой. Добрел до этой деревни Белогорье. Короче, не знаю, отдыхающие едут и едут. Задолбали это пылище. Я не знаю, что они туда прутся. Вот мне просто интересно. Там пляж вообще практически отсутствует. Но такое количество людей он там не точно не сможет разместить. Вот. Они же все на тачках еще. Вообще тачки надо куда-то поставить. Не знаю. А здесь вроде дома жилые. По крайней мере, вот. Воды, думаю, смогу набрать. Взял молока в крайнем доме. За 100 рублей полторашку. Здесь такие домики интересные. А так у них родник есть. Я помню, что где-то родник здесь был. Вот. В принципе, с дороги. Вон там тачка ездит, так дорога. А родник, значит, получается вот так вот. А это вот школа, которая уже не работает. Родник все такой же. С 10 лет ничего не изменилось. Вот значит стабильность. А это для коров. Короче, вот так понял дело. Такие вот здесь дома какие-то своеобразные. На Дону такие. С Украины. Сюда много приезжал. Это на хаты похожи на украинские. Первых попавшихся. Хотя что здесь спрашивать? Родник в центре. Больше тут, я не знаю, что. Магазин не существует, закрытый. Ну, так что плавить больше нечего.
только здесь одна. Промахнуться сложно. Конечно, здесь все такие. Хотя еще зелененькие. Но чувствую, через пару недель они уже все выгорят на таком адском солнце. Интересно, когда последний раз к ней что-то причалил. Пляж там есть, так-то. И дорога туда вниз идет, автомобильный. Что-то ветер поднялся прям вообще ужасный. Площадка даже прям. Самое странное, не разобрали. На металл. Вроде находится так на шине. Мне кажется, пензи уже давно все разобрали. Нахер. У нас там особо не это. Заморачиваться по этому поводу. Thank you.
здесь к обрывам опасно подходить вплотную, потому что тут трава нависает, получается, над стеной. То есть там под ней нет ничего, поэтому прям близко наступать опасно. Видно. Она немного так же загибается вниз. Да, короче, жарко прямо. Охренеть. Время уже 5 часов по местному. Жара вообще не спадает. Хорошо, хоть ветер. Вниз, наверное, тропа какая-то, что ли, есть. Но я не буду спускаться, ну и нахрен. Мне надо вот туда прямо. Какие-то. Кстати, вот здесь вот тропу я увидел снизу, так что спуститься можно все-таки. Какая-то подковообразная насыпь, непонятно, что это было. Вот. Я принял это за дорогу. Иду пока по ней. Мне надо вот на эту гору, но там вон какая, как всегда, глубокий овраг, так что хз, придется он его обрубить. Ту насыпь пересекла какая-то прям хорошая тропа в сторону оврага, я по ней пошел. В результате, да, она спустилась во овраг, прям еще здесь вот так глубоко, и вылезла. Хорошо натоптано. Я так понял, что либо скотину гоняет, либо это кабаны топтают, потому что внизу все так уступно копыта. Пришлось в дальний край. Похоже, эта насыпь была как это, удерживающая, чтобы гора дальше не разрушалась. Где-то вот, наверное, за этой горой. Банновка.
ветер гуляет на просторах волны. Ну да, здесь есть где можно гуляться. Даниловская балка как раз является границей, с одной стороны. Ночевал я в Волгоградской области, а утром поднялся уже в Саратовскую область. Похоже, этой тропой гоняли и гоняют скот. Потому что попалась коровья рыбешка. Из одной долины в другую коротким путем. Каньон в сторону Волги. Ну, здесь опять нашлась тропа. Перевалил еще один хребет. Вот. Там тачка стоит. Значит, спуститься в лес там. Есть на карте дорога вот под этой горой, там внизу, куда-то под ней и туда вниз к реке. Но здесь эту дорогу я не видел. Иду вдоль насыпи. Не знаю, все-таки мне кажется, это для остановки эрозии сделано. Да, мужик приехал, там, короче, эту насыпь сверху пересекла дорога, грунтовка. А по ней он вниз и спустился. Так что я решил все-таки идти в сторону горы, пока более-менее жара спала. Завтра хоть сейчас погод будет. По прогнозам, когда уезжал, завтра, послезавтра вообще пекло должно быть. Так что хз. Завтра что будет. В общем, не зря я сюда лез. Херня, я не на краю стою, получается, где-то на верхней террасе. Тут еще жилищная полка. Хорошо, кабаны там немного тропу протоптали, это вообще ужас был. Там все заросло мышиным горохом. А кто заходил по мышиному гороху, знает, что это такое. Он просто весь переплелся, то есть... Приходится
как из херну. Вот здесь вот этот подъем прям видно, лысый такой. А там, с той стороны, все заросшее кустами. Плюс еще там поперечные овраги. Если лезть, то лучше с той стороны. И там где-то по буграм проходит дорога. Вот лучше с нее сюда заходить. Влезть в лоб не стоит. Очень круто, все заросшее. И виды как бы вас разочаруют отсюда. В общем, очень неудачное место для ночевки. Не стоит сюда лезть, на эту гору. Не знаю почему, но она сильно отличается от других. Вся вот такая в дебрях каких-то. Травища по колено. Какая-то жесткая такая непонятная. Что это за херня вот эта вот. Плюс мошки. В общем, вот те горы, через которые я шел, они какие-то лысые. Ну, мелкая трава такая. Какие-то злаки. А здесь вот эта вот херотень по колено. Палатка еле поставил, пока это утоптал все это. И то оно все равно не утопталось. В общем, как-то облом такой. Столько лезть. И в результате такая задница. Ну бывает, что да. Заранее не знаешь, что тебя ждет наверху. Поэтому предупреждаю. Сюда лезть не стоит. Всю ночь дул сильнейший ветер, но не ночь, но где-то до часа ночи, наверное. А иногда задувало и палатку. Хотя он дул со стороны берега. Вот. Ну, иногда такие резкие порывы были, палатку прям дергало сильно. В общем, я думаю, может хоть что-нибудь принесет с этим ветром. Может быть, там какие-то облачка, там еще что-нибудь. Не, ни хрена. Небо как было чистым, таким осталось. Значит, будет также опять жара. В общем, сейчас по-быстрому надо позавтракать и двигать, пока еще. В общем, вот так вот как-то. Короче, решил уходить к дороге, поэтому иду в поисках прохода. Эх, блядь, не. Короче, иду звериными тропами в сопровождении крика. Бля, хочу паука снять. В общем, над тропой висят вот такие пауки большие. Крестовики, походу. Все, они развернули свои сети. Короче, вот один. Ну, чуть подальше второй. Все трупы в этих сетях. И косули все время орут. Короче, блядь, жопа какой-то влез. Лучше бы там полез через овраги напрямую. Блядь, заблудился. Ну, не заблудился, но иду не там, где хотелось бы. Наконец-то прогреб через эти заросли, вышел в нужный прогал. Вот. Думаю, все-таки он к дороге ведет.
этой жопы. Весь в паутине, в пыли. Бля, как я не люблю вот эту всю херню. Вот эти дебри такие. Где идешь, ни хера не видно, блядь. В каком-то говне весь по уши. Да, это не мое. Кто-то любит полазить, наверное, по таким вот чигирям. Я вот не люблю вообще. Стараюсь обходить всю эту херню. Тоже тут же вот это все засажено, этого не было ничего. Я так понимаю, это все сажали люди, все вот эти посадки. И посадили вот там внизу сплошняком вот этот лес вот. Вот кусок его видно вчера, я через него греб. Неужели нельзя было сделать проходы, например, сквозные? Пришлось обходить его целиком. В общем, как обычно, сделали все через задницу. Даже зверь, мне кажется, напрямую не ходит, потому что там полная задница. Там все заросло прям стеной. Я попробую туда сунуться. Не хватило метров на 5. Сказал, не, ну и нахер. Лучше обойду. Решил таки снять паука попробовать. Который вот над тропами висят. Вот, кстати, вчера паутина была смотана. Походу, они ее убирают. Сейчас размотали. Ну, вообще крупный. Вот такой вот. Кстати, вот эта дорога, выгреб я на нее. Она идет в самый низ балки. Кто, наверное, вверх пойдет. Ну ладно, хоть по дороге пройду, а то реально задолбался. Я вчера весь день по этим дебрям идешь и идешь по колено в траве. Потом еще этот долбанный мышиный горошек. Сегодня вот эти дебри. Хочется прям отдохнуть, это прям чувствую, на меня висит вот эта вся паутина, вся вот эта пылища, вся вот эта херня. До Волги подойти, смыть с себя все вот это вот. То прям вообще тяжко. И вот сейчас еще утро, часов 6, наверное, где-то. Вот. Уже прям душно. Не знаю, короче, какой день будет, но чувствую, будет еще херовее, чем вчера. И ветра вообще нет, тишина. Вчера вечером хоть ветер нормально, более-менее сдувал всю эту духоту. Сейчас вообще тихо. Вылез на подъем. Вчерашняя гора. Здесь такие вот пейзажи. Вообще, мне кажется, когда вот в советское время садили всю вот эту вот растительность, вот эти вот посадки, перелески, которые со спутника видно. Ну, видно, что человек сажал, потому что каким-то ровными рядами там идут. И форма у них какая-то есть. Они произвольные. Ну, короче, там уже создалась своя какая-то экосистема в этих вот перелесках. И живность расселила семена вот этих растений по всей вот этой вот возвышенности. По всем вот этим холмам. Потому что, смотрю, здесь уже вот лох встречается. Но это явно не местные растения. Вот. Как-то пучками. То есть где-то он, по-моему, где-то я увидел вкрапление лох вот, вдоль посадок. А сейчас он вот, например, торчит. Ну, как у нас в Пензе тоже. Есть посадки. А вообще встречается и так. Одиночные кусты. Хотя растение, по-моему, с Америки сюда пришло. В общем, как-то так. Ну да, жарко, жарко. Ветерок бы не помешал прям вообще. Хорошо, хоть вчера я по этим горам шарился. У меня было 3 литра воды. За ночь осталось только 0,5 литра. Поэтому легко идется. Ну и пить хочется. Прям сушняк, конечно. Такую жарищу. И когда еще вот так вот по горам, прям вообще вода испаряется. Да и ночь была душная какая-то. Я даже в спальник не залезал. Чуть невозможно было. Ну хоть еще. Это я так свой отпуск провожу.
без таких отпусков еще надо отдыхать. Ну ладно, пока идет, хоть покайфую, так вот, без напрягов по дороге.